Друзья, всем привет, это проект 52. Давно мы не брали в руки кайло и не рубили им гранит, а точнее, давно мы не распаковывали ничего от компании BRP. И я должен вам сказать, что сегодня компания Logos Sport, официальный дистрибьютор техники канал BRP в Украине, сделала нам офигительный подарок. Мы распакуем вот эту коробочку. И знаете, что там? Да, там BRP Canam Trail. Наш трейл. Это как в фильме. Скажи, Степан, за сколько соберешь трейл? Ну, боярин, за день управлюсь. А если за два? Ну, за два тоже управлюсь. А за три? Ну, за три тут постараться надо. А за четыре без помощника не обойтись. Не забываем считать шурупы, вдруг это вам пригодится. Раз, два. 20 штук мы уже выкрутили. И это далеко еще не конец. Maverick Trail красного цвета. Короче, будем как на красной пожарной машине рассекать теперь. Слушайте, ну, я бы его таким низеньким бы и оставил. В конце 70-х годов была модная тема вообще. Это пляжные багги. Как правило, их переделывали из старых Volkswagen Жуков. Ну, а теперь в специальной комплектации доступен пляжный Maverick Trail без крыши. Кабрио. Ну, на самом деле, я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, что в этом году стала модной темой путешествовать внутри страны. И, естественно, лучше всего это делать на вот такой вот замечательной технике. Потому что она не боится ни грязи, ни подъемов, ни спусков. И ей абсолютно все равно, есть перед вами дорога или сплошной оффроуд. Ну, первое, что бросается в глаза, это, ребята, отсутствие стандартных стоек. Только амортизаторы уголок теперь идут в комплекте. Немножко жестко, конечно, но это специально сделано для лучшей устойчивости и нормального дрифта. Такая жесткая подвеска. То бишь, трейл стал жестче, намного жестче. Второе, что бросается в глаза, это модная арабская система Acer Plus. Вот так и написано. Смотрите. Acer Plus. Это вам не какой-то там Акропович. Это серьезно все. Это Чиполлино комплект. Аморты теперь приходят вот так вот, как авоська с луком. В сеточке. Мир перфекциониста. Знакомьтесь. Гаечки. Все для него. Кстати, спереди тоже установлен амортизатор уголок. В модели 2020 года полностью отсутствуют красивые светодиодные реснички. Но с другой стороны, теперь есть чулки для сексуального штурма. Суперпрочные. Не рвутся. Так, ну что, ребят, распаковка продолжается, а мы вам пока мест расскажем несколько интересных фактов о Maverick Trail. Как он появился, для чего он появился и как вообще на нем ездить. И какие эмоции он дарит, слушаем и не переключаем. Так, рассказываю. В 2017 году, правильно? По-моему, в 2017 году появился Maverick Trail. Как он вообще был создан и для чего? Дело в том, что в национальных парках в Америке ширина проездных ворот ровно 50 дюймов, 1,27 м. Поэтому все квадроциклы спокойно там катаются, и люди наслаждаются природой. Но есть такие люди, которым квадроциклы не сильно заходят. Вот. И как показывает наш выпуск о том, что выбрать, квадроцикл или машинку при одинаковой ценовой стоимости, то многие склоняются все-таки к машинке. Вот так вот и появился трейл, потому что его ширина между передними колесами и задними ровно 50 дюймов для того, чтобы он мог проходить в эти ворота. И теперь люди могут наслаждаться красотой парков не только на квадроциклах, но и на супербезопасных SSV. SSV, кстати, переводится как side-by-side, это класс квадроциклов, к которому относятся все мото-вездеходы. За счет чего конструкторы добились его устойчивости. То бишь, при такой узкой колейности, грубо говоря, он должен быть неустойчив. Но за счет длины она у него
больше 3 метров и колесная база составляет 2 метра 30 сантиметров, он достаточно устойчив. Ну, конечно, все в пределах физики. Вот. Он устойчивее, чем Polaris тот же самый, он устойчивее, чем Arctic Cat, и вообще он красавец. И свое название Trail оправдывает на 1 200 %. 800 кубов – это много или мало? Все познается в сравнении. В данном случае мы имеем мощность всего-навсего 51 лошадиную силу. И как только мы его соберем, сразу же поедем немножко на нем покататься, потому что обкатки эта техника не требует. И сразу будет ясно, хорошо это 51 лошадиная сила или все-таки мало. Я загуглил, в той же самой Таврии, в которой моторы от 0,9 до 1,3 литра, мощность составляет от 45 до 66 лошадиных сил. То бишь, это вещь мощнее, чем в Таврии, и даже мощнее, чем некоторые Жигули. Так что, вот сами думаете, много это или мало, 51 лошадиная сила. Закусились тут с местными тавриеводами, устроим сейчас драг-рейсинг. Трейл против Таври, поэтому без каркаса безопасности никак нельзя. Сейчас вот ребята нам помогут сделать все по безопасности и вперед. Как вы думаете, кстати, кто победит? Таври 1.3 или Трейл 0.8? 51 лошадиная сила против 66. Ну что, друзья, 3 часа ровно ушло на сборку, полностью перепрошивку новенького нашего трейла. Все, красавчик готов в бой, и сейчас его ждет настоящий батл. Не пропустите. Заводим первый раз в первый класс. Настоящий мексиканский бензин. Или австрийский, непонятно. Ну, видите, завелся сразу. Красавчик. Подсосик вытянули. Блин, ну, нормальная схема. Давай, выжимаем сцепление, включаем первое, плавненько отпускаем. Ну что, Динососава подарили? Друзья, ну вы же, конечно, понимаете, что это все юмор и шутка. Ну как можно сравнивать трейл с Таврией? Таврия же реально тяжелее, она не может вот чисто физически обогнать. И резина на ней зимняя стоит. Такое. И ну что вам сказать? Победитель. Победа. Трейл победил Таврию. Ну, это результат. Конечно, это результат, и это очень хороший результат, поэтому я думаю, что у этой машины есть спортивное будущее однозначно. Потенциал есть, по да? крайней мере, в украинском автоспорте. Друзья, это был проект 52. С вас лайки, подписки, пальцы вверх и пальцы вниз. До новых встреч. Всем пока. Друзья, как вы уже поняли, у Насти больше, чем у меня. Ну а что делать?